Братья и сестры, с праздником воскресенья Христова. I greet you all with the feast of the resurrection of Christ. This week is the name day of our pastor, Mitropolit Filarion. And also today is the evangelist, Apostle Evangelist Luke. So our Bishop Luke of Syracuse and Holy Trinity is also has his name day today. So we will pray that God grant him many years. Сегодня святого апостола Евангелиста Луки у нас именинник тоже наш дорогой митрополит Иларион на этой неделе следует. Так что мы сейчас помолимся, чтобы ему и владыке Луке Господь сохранил на много лет. Именно для нас они продолжали бы молиться здесь о нас. Высокопреосвященнейшему Илариону, митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому, и господину Преосвященнейшему Луце, епископу Сиракузскому, подальше, Господи, мир и тишину, любовь и утешение, здравие и спасение, и во всем благое поспешение, и сохрани на многое лето. We have our annual parish meeting, which will be held after liturgy, after the lunch, which the sister has prepared. Please, everybody, come for lunch. Пятницу исполняется 50 лет скончины нашего высшего настоятеля отца Серафима Словацкого. Так что у нас будет в субботу будет родительская суббота, и приедет владыка, митрополит, и у нас будет банкет в честь отца Серафима. Так что, пожалуйста, все приходите. Так что это будет служба и панихида будет в родительскую субботу, так что 6 ноября. А 5 ноября здесь будет заупокойная вечерняя и утренняя, где, конечно, всех усопших наших будем поминать, и, конечно, и отца Серафима. This Friday is the 50th anniversary of the repose of Father Серафим Слободской. We will have a hierarchical liturgy on Saturday, which is Soul Saturday, Commemoration Saturday, where we commemorate our loved ones who have reposed, and Metropolitan Ilarion and Bishop Nicholas will come and serve a hierarchical liturgy on Saturday. On Friday we will have a commemoration. Vespers and Matins, where we will commemorate all of our repose, which we'll be commemorating, of course, also on Saturday. У нас пришло объявление. Сегодня вечером в Синоде будет доклад о
о прославлении святых русской зарубежной церкви, и именно о святителе Ионы Ханкоузского, которого мы всегда поминаем молитвах. Так что это будет в 7 часов в Синоде, и читает доклад протоиерей Серафим Ган. И все, владыка нас всех приглашает, владыка Николай, владыка и митрополит. We receive an invitation for everyone to come who wishes for a lecture. The lecture is going to be in Russian at Synod at 7 o'clock about the glorification of saints by the Russian Orthodox Church abroad, and in particular for the hierarch and wonder worker Jonah, who was bishop of Hankou in China. So those who wish to come will be at 7 o'clock at the Synod. Те, кто причащались, вы служите благодарственные молитвы. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.